Телеканал КРТ представляє. Я, в принципе, скажу, как многодетный отец, многие родители совершенно не понимают, что идет исступление детей. И поэтому со всей ответственностью заявляю, что уже сегодня многие учителя, которые сидят и ждут чего-то, также останутся завтра без работы. Они будут вышвырнуты на помойку истории. И, повторюсь, их не будет, потому что до 1 января уже заявили о том, что учителя не выходят на работу. Более того, по реформе, про которую все молчат, я попытаюсь связаться все-таки с руководством области и дать возможность сказать начальнику управления образования хотя бы в одном едином областном центре, где количество школ уже сокращается. Где, например, в городе Херсоне будет одна единственная школа, в которой будут доучиваться 8, 9, 10, 11, 12 класс. Это будет вот такая вот программа, в которой большая часть людей будет уходить непосредственно на дистанционное образование. Но здесь проблема. Пообщавшись с некоторыми представителями власти, они боятся выходить в эфир, говорят, что а как вы хотите сделать дистанционное, когда процентов 60 сельских школ, которые еще существуют, вообще не имеют интернета. Спасибо, Кирилл, Александру, а потом Егору слово. Что касается онлайн-образования и, в принципе, этого подхода. Знаете, в чем здесь беда? В том, что образование и учеба для детей – это, по большей части, это обязанность. А любую обязанность, взрослые или дети, они пытаются ее избежать. И в любом случае, процесс образования без насилия над личностью ребенка, он невозможен. Осуществить это, ну, давайте назвать вещи своими именами. Осуществить это насилие, заставить ребенка писать палочки, читать какие-то тексты, учить какие-то уроки без непосредственного контакта учителя и ребенка можно. Где-то в 5% случаев, когда дети сверхмотивированы, и когда за спиной ребенка маячит сверхмотивированный родитель, который ребенком своим занимается. Большинство родителей в Украине поставлены в условия, когда они заняты в первую очередь зарабатыванием себе куска хлеба, себе и своему ребенку. Родитель думает, так, у меня нет времени, я работаю, я зарабатываю, чтобы он был одет, чтобы он был обут, чтобы он был сыт, упуская образование. В конечном итоге выйдут те, кто совершали вот эти вот кольорові революції, которые на самом деле ничего в жизни не то, что не сделали, они даже ничего в жизни не узнали. Многие из них книги прочитали в жизни по пальцам одной руки пересчитать, ну максимум двух, и то эти книги были, опять эти заставили учителя читать. Поэтому, конечно же, это путь к отуплению. Противостоять этому можно, ну, во-первых, на митингах и требованиях к власти, а во-вторых, я очень часто обращаюсь к своим зрителям, подписчикам, говорю, там, бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, ваши дети, это самое важное. Устал? Все равно. Поговори с ребенком. Расскажи ему что-нибудь. Почитай книжку. Обрати внимание на что-то. Спроси о чем-то. Потратьте на своего ребенка 15 минут в день. Вы не упустите. А если вы его упустите, то локоть хоть и далеко, уверен, хоть близко, укусить трудно, а вы все-таки его укусите потом. Егор, тебе слово. Я хочу напомнить еще всем людям, которые нас смотрят. В скором времени будет голосоваться законопроект, предложенный слугами народа. Они как бы сейчас прям мастера прям таких самых отчаянных законопроектов. Они хотят что сделать? Они хотят оставить бесплатно, это 9 классов образования. Потом вы после 9 классов образования идете уже в лицей, но платно. В нищей стране. Платно вы идете в лицей. То есть они что делают? Они уже разделяют людей. То есть если у тебя есть деньги, ты получишь полное среднее образование и получишь высшее образование, потому что уже проголосовали, что повышается в разы стоимость образования в высших учебных заведениях. То есть они разделили нашу Украину просто на обычных... На обычных рабов, которые должны закончить. Собиратели клубники в Польше. Да, то есть 9 классов закончил, все, шуруй в клубнику. Уже паспорта выдают, получишь чуть раньше, чем раньше, все. И шуруй, пожалуйста, собирай клубнику. И разделили на тех людей, которые останутся здесь. То есть это дети наших чиновников, дети там МВДшников, прокуроров, СБУшников, которые будут, золотая молодежь, которая будет управлять и дальше нашей страной. Наши дети, в принципе, как все уже поддержали, это все, вот эта вся реформа образования и онлайн-образование, которое предлагается, это все для отупления наших детей.